Здравствуйте, гости и друзья моего канала. С вами Марина и мой канал Марина и Орхидеи. У нас такая чудесная погода, цветут германские ирисы. Уже можно сказать, что цветают. Лето наступает, но как бы тепла еще нет. Вот такая в этом году. Немножко затяжная погода в Черногории. В прошлом году мы уже купались, а в этом году идут дожди, море мутное. Но если вы хотите приехать, добро пожаловать! Мы ждем вас, приезжайте. Море красивое, погода чудесная, горы, очень много достопримечательностей, очень вкусная еда, прекрасное настроение ждет вас. А так уже выглядит мой сад. Я покупала вот такую интересную гортензию. Боялась, что она крашеная, оказалось, что нет, натуральная. Она расцветает белыми цветочками, но они немножко подцветут и становятся вот такими нежно-розовыми. Я счастлива, честно говоря. Вот сейчас даже немножко видно, что они не беловатые, но пройдет совсем немного времени, и они порозовеют. Очень классная гортензия. В Сибири у меня такая, конечно же, не росла. Моя красавица Кали Найт продолжает цвести. Ароматная орхидея цимбидиум, классная, черная, обожаю ее, тоже никогда не видела ее цветения, очень рада, что она у меня есть. Очень интересная история произошла. Во время ее покупки я делала заказ в магазине Жожета, и мне записали именно Кали Найт. Когда ее привезли, ее отставили. И работала другая продавщица, она плохо говорит по-русски. Мы вроде бы с ней договорились, что это моя орхидея, что она проверит. Но она говорит, что ее коллегица не работает в это время. И она появится только в среду. И вот в среду я приехала и забрала. Действительно, эту орхидею оставили для меня. Сейчас я жду нового поступления. Очень хочу купить еще какую-нибудь очень красивую. Возможно, редкую. Или, возможно, ту, которая у меня уже была, орхидею. У меня какой-то голод. Смотрю обзоры девочки. Хочется чего-то такого здорового, крепкого, красивого, чтобы радовало. Хочется новой орхидеи. Ничего не могу с собой поделать. Вот такая красавица, цимбидиум Кали Найт. Жду цветения Леодора. Оно должно наступить уже вот-вот. Цветет моя красавица Стюартиана Пикачип. Что-то фокус не хочет наводиться. Очень красивая орхидея, крапчатая. Цветет уже более 2 месяцев, я так рада. У меня огромная влажность, 80%. Единственное, у меня не хватает немного освещения. Ну и, конечно же, у меня холодно. Очень часто бывает 18-17 градусов. Хотелось бы уже тепла, но я думаю, что уже вот-вот тепло к нам придет. Уже сегодня была температура 22 градуса. Ну а на улице, конечно же, все 25. Моя полубабочка Starfish. Вот такая красавица. У нее резиновые лепестки. Очень интересно, как она процветет со второго бока. Здесь она такая полубабочка с четким, с четкой симметрией. По цветоносу это орхидея Soga Diamond. Очень жду, когда она нальет свои бутоны и расцветет. Красавчик Soga Lawrence продолжает цвести, цветет с нового года. Не ожидала, что так долго. Очень приятно, любуюсь, аромат чудесный. Немножко с дымком, никакой рыбы. Все замечательно. Орхидеи радуют меня. Вот такой вот
он четкий, красивый, красавец. Это орхидеи, купленные к 8 марта. Мой розовый биглип, очень похожий и на принцессу, и на Queen Kiss. А это спиннер. Я услышала название манго. Но он, кстати, не очень долго держит свои цветочки. Решил уже отцветать. Наконец-то у меня расцвел дикий кот. Я так рада. Видите, какие темные цветы. Это потому, что у меня холодно. Мои 18-19 градусов дают о себе знать. Зато цветы очень красивые. Я думаю, это и поддерживает время цветения орхидей. Именно поэтому они мне цветут чем дольше. Чуть дольше, чем они цвели у меня в Сибири. Красотка черри-бомб. Пока не доращивает цветонос, цветет на все свои 4 цветочка. Такая резная красавица. Чем-то перекликается по окраске с орхидеей дикий кот. Можно сказать, они братья и сестры. На заднем плане белый биглип, 2 цветоноса, и у обоих окончания этих цветоносов отломлены. Не знаю, о чем думали те, кто поставляли эту орхидею. Но имеем, что имеем. Надеюсь, что она оживит свои почки и продолжит свое цветение. Знаю, что биглипы способны цвести очень долго. И теперь, как очень опытный владелец орхидеи, я покупаю орхидеи с хорошими корнями. Очень долго думаю, прежде чем купить орхидею. Беру только те, которые с хорошими корнями. Да, вот так. Жизнь научила. Хочешь хорошую орхидею, бери с яркими, сочными, зелеными корешками. Уже не хочется связываться ни с какими реанимациями. 73% влажности. Иногда бывает и больше. Когда идут дожди, влажность достигает 80, может быть, даже чуть больше процентов. Еще раз полюбуемся моим цимбидиумом. Никогда прежде я не видела его вживую. У меня был не цветущий. Розеточка была такая же, невысокая. Но этот красавец цветет с 30 апреля. Конечно же, не очень долго. Но это особенность этого сорта орхидей. Ну а с вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И всем пока-пока и до новых встреч на моем канале. Всем привет из Черногории!